Мирнинская семья восстанавливает разрушенные вандалами кормушки для птиц. Напомним, на выходных в городском парке неизвестные сорвали с деревьев порядка 20 домиков и потоптали их ногами. Супруги Казакевич собрали остатки кормушек и принялись их ремонтировать у себя в гараже. Пока удалось восстановить 4 штуки. После покраски и сушки их вернут в городской парк. Это наша инициатива, потому что большая часть кормушек изготавливали ребятишки, также ЦДО, Аладдин и в том числе наша семья. Поэтому мы собрались и все привезли в гараж. Семья Казакевич несколько лет занимается изготовлением и восстановлением кормушек. Их очень расстраивает халатное отношение горожан к труду других.